приехал заместитель полномочного представителя президента в Центральном федеральном округе Мурат Дзязиков. Также в рамках рабочей поездки он провел встречу с Николаем Любимовым. Говорили о работе приемной президента и исполнении майских указов главы государства. Мурат Дзязиков отметил, что Николай Любимов – опытный управленец. По Рязанской области у нас неисполненных поручений на сегодняшний день нет, но есть какие-то промежуточные поручения, которые как бы должны вот, в течение там, скажем, этого года, это условно так, вот, если там строится какой-то объект, понятно, что проектно-сметная документация готовится, вот, скажем, в текущем году, а само строительство завершается. Поэтому такой своеобразный контроль, и вот такие есть у нас поручения, которые еще не исполнены. Ну, их нельзя назвать неисполненными, а все остальное у нас как бы, все идет в таком штатном режиме. Обсудили вот вопросы дальнейшего взаимодействия, как мы будем вместе работать, исполняя майские указы, поручения президента, вот, готовясь, собственно говоря, к нашему юбилею. 80 лет Рязанской области, ну и ряд таких мероприятий, важных для области, которые состоятся сейчас уже летом, осенью до конца года, вот, тоже вот, проговорили. Мурат Магомедович обещал поддержку во всех хороших наших начинаниях,